Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня находимся в гостях у Елены. У Елены прекрасное хобби, она делает куклы. И я хочу представить несколько ее работ вашему вниманию. Представляю вашему вниманию вот такого лешего. Он очень симпатичный, он украсит ваш дом. Есть вот такая баба-яга, она очень нравится Елене. Есть вот такая девочка, еще у нее нет имени, но если вы ее приобретете, вы можете дать ей имя по своему вкусу. Есть еще вот такой домовой старичок, он со шкатулкой. Есть еще один домовой, он поменьше, для удачи, у него вот такая красивая подкова и денежки в руках. Есть вот такой интересный домовой, его можно вешать в машину. Или вот такой прекрасный мешочек счастья и удачи. А есть вот такая интересная солоха, которую можете поставить у себя на кухне. А также можно приобрести вот такие обереги для дома, которые обычно вешаются на дверью при входе в дом. Если вас заинтересовала одна из работ Елены, вы можете обратиться к ней, приобрести одну из кукол или заказать куклу по своему вкусу. До новых встреч, друзья!